продолжаю свой телекастерский вечер на номером 2. Будет вот такой вот Limited Edition 52-й телекастер, о существовании которых я даже не подозревал вообще. Я думал, что вот 52-й, ну что это, баттерскотч, ясеневый корпус, толстый гриф, без накладки кленовый черный пигар, две крутилки, все дела и все. Оказалось, нет. Оказалось, что бывают еще вот такие 52-е Limited Edition. А, значит, это была гитара. Здесь совершенно явно видно, что есть какой-то такой хитрый топ. Не ясеневый явно, и он достаточно легкий. То бишь, здесь топ сделан из елки, и он внутри имеет полости. То есть, это такой тинлайн, но без F. Вот. И по звуку отличается, то есть есть некая воздушность такая, и при этом яркость, безусловно, да, все это присутствует. То есть гитара крайне редкая, то есть вообще, я говорю, я таких не встречал, вот тут мне попалось, и я сразу не удержался и схватил. Благо, как бы, телики – это моя страсть, ну и как бы я решил, что, коли я их так как бы люблю, почему у меня вот такого редкого телекастера тоже мне надо с ним познакомиться просто срочно совершенно, что я сейчас попробую сделать вот в прямом эфире. Вот, сейчас включим комбик 65 амп ступила, я попробую что-нибудь поковырять на этом замечательном телеке. Потом что-нибудь скажу. Тем, как что-то тут с драйвом как бы изображать так с трудом большим, я бы сказал следующее, то есть телек прежде всего, то есть он легкий, то есть он где-то весит, я думаю, до трешки в килограммах, вот, а он отличается по звуку от обычного тинлайна там какого-нибудь там классического, тут все-таки как бы он немножко звучит по-другому, но, говорю, все телековские дела присутствуют, при этом такой и есть твенг пресловутый, и мягкость определенная, как бы. То есть такой вот чуть-чуть джази он есть, но, в общем, при этом все равно как бы свою такую телекастерскую наглость он не скрывает. Она там тоже присутствует, да. Ну, наглость в кавычках имеется в виду. Вот. А сзади выглядит вот так. Тут боди из трех кусков, по-моему, да. Три куска склейки мы видим. Вот здесь вот, если присмотреться, видно вот эту вот, ну, не обводочку, а видно, что топ, но он такой не толстенький, миллиметра два, наверное, что-нибудь такое тут. Вот. Ну, и структуру елки мы тоже прекрасно видим, как вот на акустических гитарах. То есть, определенная идея понятна, что как бы давайте смешаем лося и порося, то есть, ну, попробуем пришпандурить на ясеневый телек, значит, вот такой вот топ из елки. Ну и да, на определенную как бы характер звучания это, безусловно, свой дает. Так, давайте сейчас теперь с педалькой E-Drive тоже немножко поразвлекаюсь я с этим замечательным телекастером.
собственно, я думаю, что на этом можно закончить обзор. Да, голова выглядит вот так. Соответственно, никаких надписей вожделенных Made in USA большими буквами мы здесь не видим. Значит, видим мы, естественно, серийный номер вот здесь. Надо помнить, что на телекастерах 52-х серийник всегда на бридже. Так делалось в стародавние времена, и эта традиция как бы сохранилась. Вот, а трехпозиционка здесь, опять же, нету вот этого глухого звука, как на старых телекастерах. То есть, там выпаян этот... Это сопротивление огромное, вот, видимо. Вот. Ну и, естественно, имеем совершенно нормальный нек. Вот. И, собственно, все, что бы я искал. Гриф достаточно толстый, как и должно быть. Такой мужской, что называется. Вот. Ну, не бревно-бревно, но так круто достаточно. Вот. Мы сравнивал я этот телек с MGT. На MGT даже немножко потолще немножко будет гриф. Вот. Ну, не суть. Это, в общем, уже такие вот тонкости, скажем так. Да, по состоянию гитара, кстати, в очень приличном состоянии, то есть явно не горел, не тонул. Действительно, очень редкий инструмент. То есть, посмотрите, там Fender American Vintage 52 Limited Edition Spruce Top. Вот так называется эта модель. Редкая штука. По-моему, я где-то читал, что их сделали какой-то выставке нам там, ну и сделали там штук 100, наверное, где-то так. Может, я ошибаюсь. По-моему, что-то такое. Вот, ну, не суть важно. Важно то, что телек этот у нас в лавке есть. Телек наличествует, телек продается, телек обменивается. Обмены рассматриваю все в пределах разумного. Вот. И, собственно, на этом прощаюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.